И так тебя тянет в птичью стаю. Ну что ж, я расскажу тебе о воронах Ди. Пророчество Ди ясно, но эти трусы хотят подогнать его под себя. Они признают, что Ди предсказал чуму, но уверены, что насчет выживших он ошибся. Они не спасут мир. Эвакуации, лекарства, передышки. Хрень! Выживут подготовленные. Этому-то я тебя и учу. Ты, вижу, совсем меня не слушаешь. Ладно, но учти, тут я тебе не помощник. Говори, Сондра, Ворон Ди, рада видеть тебя. Только давай сначала очистим дорогу в Тауэр. Мы потеряли снайпера. Впрочем, он не первый с тех пор, как это началось. 7.70. Я из такой комара с задницы отстрелил. Пора доставать Си-4. Бедные птицы.
Знаешь, что Карл II после чумы подрезал крылья Таурским воронам? Что могло лучше доказывать его веру в черное пророчество? Ну, кроме основания нашего ордена. Может, и этот удастся сломать.
Добро пожаловать в нервный центр воронов Ди. В буквальном смысле. Чума сумела напугать даже нас, а мы ее ждали. Представляю, каково обычным людям вроде тебя. Мы пытались предупредить людей. Наш лучший спец добрался до королевы, но его не послушали. Джона бросили в психушку. Там он и пропал. Енохианский алфавит. Такими символами Ди общался с ангелами. Вороны давно перевели их. Ты тоже научишься их видеть и понимать. Выходит, Джон Ди изобрел шифры. Он, кстати, был первым профессиональным шпионом. Письма королеве Елизавете он подписывал 007. Почти готово. Попробуй набрать код. Это 7 колоколов. Пора, беги на крышу. Обойдись пока без меня. Я крыло один. Нет посадки, повторяю. Посадки нет. Попробуем забрать вас с крыши. Ждите. На лестницу, живо! Избавь чумных от страданий! Беги же!
Живее! Не помрешь!